Сегодня праздник Турции, а мы в это время гуляем, возвращаемся домой от наших гостей, друзей. С подарками, сумками. И с транспортом проблема, автобусы переполненные, маршрутки переполненные. И мы сделали... Ашким, не дидинся? Toprağım. Yaramaz. Yukarıdan gidecek miyiz? Tamam. И мы, короче, это сели на маршрутку, которая ехала до Эрдемли. И сейчас ходим здесь, что-то хотим купить. И поехать домой. Так, здесь вот центр такой торговый. Да? Эрдемли. Очень много людей здесь сидят в кафешках. Так, ну, приличненько, мне понравилось. Как у нас в Мерсине. Эрдемли, все здесь есть. Конечно, далеко от Мерсина. Но все-таки минут 40 надо ехать, мне кажется, 50 на маршрутке. Или на такой центрик. Видите? Хотим какие-то солености купить, которые только именно очень вкусно делают. В Эрдемли. Посмотрите, мы остановились попить шалган. Очень вкусный. С редькой. Ой, как вкусно, холодненький. Прямо то, что надо. Эрдемли. Ну нет, здесь не так много флагов, как у нас в Мерсине. Я заметила. Всем добрый вечер, друзья мои. Сейчас с мужем смотрим новости. Мы никуда не пошли, потому что очень устали от гостей, дороги. И включили новости. Смотрите, из дронов что делают. А вот эти вот летят красные какие-то, видите? А это как делают вселенную. Метаэфры! Пашка, вот. Посмотрите, какую красоту из дрона. Как люди смотрят. Вы видите? Супер! Сто лет нарисовали, написали тюльпаны. Сейчас что интересно они придумают. Эти красные шары. А, красные шары падают, тухнут. Герб Турции. Как красиво делают, а? Nasıl yapıyorlar? Nasıl güzel yapıyorlar? Такое шоу просто невозможно было не показать. Вы видите, как меняется все. Evet, Cumhurbaşkanlığı forsunu ekranlara getiriyoruz dronlarla. Cumhurbaşkanlığı forsu tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletinin de simgesi. Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti son değil, Türkiye Cumhuriyeti ilk değil ama son devletimizdir ifadesi. Belki de 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsunun da anlatması açısından büyük önem taşıyor. Görsel şölen devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın üzerinde dronlarla gerçekleşiyor bu gösteri. Bitirdi. Aynı devam zamanda ediyordu, tabii ki büyük bir aynı bir zamanda şey büyük ama. Bir de ışık şovla gerçekleşmekte. Havai fişek gösterileriyle birlikte. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık tamamlanırken yeni yüzyıla, Türkiye'nin yüzyılına merhaba derken İstanbul Boğazı o büyük görsel bir şölen, tarihi bir görsel. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата.
добро пожаловать ко мне. Всем привет, мои дорогие зрители! Как же хорошо дома! Та-та-ра-та-та-та-ра-та, мои дорогие! Сегодня понедельник, давно я вам не показывала распаковочку. Вы знаете, что-то я сегодня себя неважно чувствую, горлышко у меня немножко дергает, и я выпила аж Маджестик, потому что у меня была сейчас презентация бизнеса, я еле силы собрала. Тут как раз сижу, вся разговариваю, с утра возилась по шкафам, такой порядочек сделала, поделюсь вам, смотрите. Туда-сюда, столько мы каждый день покупаем, смотрите, две пачки у нас этого. Вчера тоже пошли, вернулись, когда по дороге с мужем, но столько чего купили, чаев сколько хочешь. Здесь мои вот эти, знаете, что у меня? Я ж такая раньше занималась этим, травками. Сушу все, здесь сегодня все распаковала, вот, покажу вам. Сколько чего у меня, сколько чего, боже ты мой, благодарю Бога Вселенной. Ну, шкафы просто переполнены. Здесь наши фрукты. И, в принципе, я мужу сказала, ничего не надо покупать, только если зелень, фруктиков из мандариночек, и все. Так мой муж здесь тоже привела в порядок, решила сюда все так положить, кофе там. Оказывается, у меня зеленый чай есть и такой чай. Ну, все у меня есть. Все, что хотите, у меня есть. Так приятно, когда в доме все есть. И думаешь, боже, сколько мы жрем. Вот смотрите, порядочек такой здесь сделано. И там баночки, и тут баночки. Показывала вам, не показывала, не знаю. Тут что-то ручками мою. Так приятно дома возиться. Видите, вот это из-под кофе. У меня такие баночки, да, я решила их так красиво все положить. Это мое варенье. Инжировая, кстати, так мало. Но видите, не кушается. Так вот, мои дорогие зрители, я показывала вам, какой я чайничек купила. Сегодня я заварила сюда чай из всех моих трав. Это, наверное, смесь бомбовская. И как только я села за компьютер, налила себе полстаканчика, думаю, попробую, какой у меня чаек получился горяченький. Потом неудачно я мышку взяла, и у меня все разлилось. Пришлось прерывать наш звонок, убирать все. Сейчас хочу выпить. И тут как раз презентация была. Мой муж мне говорит. Ой, кстати, машинка тоже постиралась. Так, а что у меня здесь машинки? Тапочки, половичок. Я его частенько мою. Но все равно пачкается. Тапочки частенько стираю. И знаете, что постирала? Вот эту вот шваброчку. Блин, чистенькая. Это запасная, старенькая моя. У меня же новая швабра, супер. Но неважно. И тут вдруг муж мой пришел и говорит, посмотри, все ли я купил. И я была приятно удивлена. Места нету, места. Смотрите, у меня капуста где лежит. Потому что у меня в холодильнике нету места, друзья мои. Нету места. Вот тут чуть-чуть освободилось, да, тут. Ну так, вот видите, зеленушка. Тут сырочки, сырки, все есть, все, что хотите есть. Йогурты, вот эти вот очень вкусные, кстати, масло он купил столько. Говорю, зачем ты столько покупаешь? Кстати, мне моя подружка опять посылочку прислала, вот яички. Ну, я их не кладу в холодильник, в принципе, можно положить, да? Надо поменьше посуду. Здесь сыры у меня, все, что хотите. И тесто надо что-то спечь. Тут такой сыр, тут такие сыры, еще что там у нас? Ой, а что у меня здесь? Колбаска, суджук. Ага. Тут суджук. Там вот тут суджук еще. Ну все, у нас и сыр, и творожочек есть. Видите? Все, что хотите, есть. Все, что хотите. И вот сколько у нас овощей. Места нету. Вы видите сами? Нету места. И кабачок. Мы вчера уже кабачки отвезли. И капусточка такая. Вот куда сейчас мне все это складывать, а? Ну, куда мне это все складывать? И бурак никак не могу его использовать. Вот это надо, наверное, все использовать. Поэтому Светлана попу наела. Вроде бы не кушает Светлана, еще сегодня ничего не кушала. А жирнюшкой стала. Ну, ладно, закрою я вам это. Теперь открою я вам это. Скажу, что я не вру. Вот, я с Грузии привезла ягодки.
Ой, какие ягодки я привезла. Вкусненькие. Чернику, короче, я привезла. Сейчас, минуту. Так, вот такие ягодки я привезла из Грузии. Из Батуми. Угу. У меня и малинка есть. Я же малиночку тоже сварила. Вареничка. Так, сейчас закрою, минуту. Разложила творог по маленьким частям. И спанак. Так, тут у меня бананы, я так где кладу. Тут это, видите, черешня. Черешенка это, да? Клубничка. Все, что хотите есть. Полуфабрикаты. Здесь тоже полно всего. Ой, я вот это сейчас съем. Хотя у меня горло болит. Я вот это съем. Вчера мы купили такое мороженое. Как я хочу его покушать. Курочка, тесто дрожжевое. Тут у меня колбаска. Видите? Тут у меня колбаска. Тут у меня ветчина, которую мне подружка прислала. Дай Бог ей здоровья. Тут он у меня все курица. Мяса нет, по-моему. Есть там чуть-чуть фарша. Ну вот, все есть. И тут вдруг он мне вот это вот принес. Давайте вместе с вами посмотрим, что купил мой муж. Цены, естественно, я не знаю. О, это вкусный перчик, красненький. Сейчас сезон его, кстати. Вот такой вот виноград. Благодарю Бога и Вселенную. У меня самый лучший в мире муж. Он так переживает, чтобы Светик без витаминчиков не осталось. Так, испанак, я ему сказала, испанак купи, потому что я его кушаю. И появился киви. Ура, ура. А эту какую капусту огромную. Яблочки купил, мандариночки. Мой золотой. Зеленушку. Золотой у меня мужок, муженек. Ну вот, мои хорошие. Буду сейчас опять заниматься распаковочкой. А тут я варю сегодня фасоль. Буду готовить фасоль. Вчера мы готовили тантуни из печени. Ну вот, все. Вся в делах. Сейчас буду вешать все. Доброе утро, друзья мои. Сегодня я что-то придумала с утра. Сама не знаю, что. Это с иджуком. Было тесто. Я решила его все использовать, потому что оно уже давно открыто. Домашние яйца, баклажан с этим, ну боже мой, ну все, что хотите есть, пекмес, мед, масло домашнее, приятного нам аппетита. Ашкема не показываю, он у меня очень красивый, сглазите. Ашкем, мейве субеним. У нас гости. Помните, Алис, сколько лет назад мы снимали его видео? Как он изменился, похудел. Заехала мышь Али. Сенбелер Ларвини. Пришли в гости, вот мы сейчас будем кушать. Приятного аппетита. Доброе утро, друзья мои. Вон плывет мой кораблик. Совсем плохим. Что встречается? Негатив, болезни, глаз, чужое мнение, разочарование, препятствия, родинки, бородавки. Отпустила Светлана. А посмотрите, как здесь много камней-то стало, да? Что происходит? Чистят, что ли, они что-то. Так, ну все. Как вы догадались, я сегодня вышла на набережную. Видите, какой грязный пляж. Это бы надо было раз убрать все. Море выбрасывает все, весь мусор. Сегодня так много людей. Как будто вечернее время. Я проснулась сегодня рано. У меня такие новости потрясающие, приятные. Приятно потрясающие. О них я вам расскажу попозже, потому что по факту буду все говорить. Вот, это будет для вас сюрприз.
Но нейрографика работает. Три рисунка я нарисовала на эту тему, и оно исполнилось. Ой, друзья мои, верьте в себя. Конечно, надо верить. Если вы не будете верить и просто так рисовать, у вас ничего не исполнится. Вы сами моделируете свою жизнь, свой день, и все. Все вокруг, все, что происходит, это ваши мысли. И думать надо хорошо, думать надо уверенно, потому что все реализуется. Ваша жизнь, ваша главная. Вот так вот. Вперед и с песней! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.